Я Кравців Олена Анатоліївна, студентка 4-го курсу 241-ї групи Береславського педагогічного коледжу. Тема заняття – вправляння у правильному вживанні сформованих граматичних категорій. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! К нам сегодня в гости на занятие пришла украиночка. Посмотрите, какая она красивая и нарядная. И продолжите предложение. На украиночке есть... Сашенька, что есть на украиночке? Молодец. Рубашка. Юбка. Настенька, посмотри. Венок, молодец. Юбка. Молодец. Сапоги. Молодец. А сейчас мы с вами поиграем в игру «Подбери слова». Посмотрите внимательно на украиночку и скажите, какая украиночка? Ладостная. Молодец. Настенька, какая украиночка? Молодец. Андрюша. Солнечный. Молодец. Следующая наша игра называется «Сосчитайка». Построились в линеечку, поставили ручки на пояс. Сосчитайка. 1, 2, 5. Андрюша, юбка. 1 юбка, 2 юбки, 5 юбок. Молодец. Настенька, подходи. Венок. 5 венков. Молодец. Сашенька, цветок. 1 цветок, 2 цветка, 5 цветков. Молодец. Вероника, сапог. 1 сапог, 2 сапога. Сапога. Сапога, 5 сапог. Сапогов. Сапогов. Молодец. Влад, вышиванка. 1 вышиванка, 2 вышиванки. 2 вышиванки. 5 вышиванок. Молодец. Ребята, а теперь мы с вами сделаем трафарет веночка. Подходите сюда. Смотрите, у нас есть манная крупа 2 цветов, красного и желтого. Мы будем засыпать цветочки разными цветами, желтым и красным. Нам нужно набрать манку, большую горсть манки, и засыпать цветок. Вот так. И встряхнуть ручки. Закатываем рукава. Андрюша, возьми манку желтого цвета. Хорошо набирай. И засыпай. Молодец. Настенька, бери манку красного цвета. И вот тут засыпай. Молодец, стряхивай ручки. Вероничка, бери желтый цвет. Еще. Молодец, Влад, бери красный цвет. Сашенька, подходи сюда, бери желтенький цвет. Все, веночек почти готов. Молодцы, встряхнули ручки. А теперь смотрите, какой у нас красивый получился венок. Это мой. Красивый? Ребята, вы хотите превратиться в цветочки? Да. Давайте сейчас с вами превратимся в цветочки. Скажите мне, а что нужно цветочкам для того, чтобы они росли? Водичка. Давайте с вами поищем ручеек. Мы плетем веночек, ищем ручеечек. Еще раз. Мы плетем веночек,
ищем, ищем ручеёчек. Посмотрите, вот мы с вами и нашли наш ручеёчек. Давайте посмотрим свое отражение в водичке. Видите себя? Да. Давайте попробуем водичку. Какая у нас? Теплая или холодная? Тепленькая. Давайте успокоим нашу водичку. Ребят, смотрите, а у меня рыбка. У меня сапа. А у тебя? Скалон. А у тебя, Сашенька? А у меня беленькая. Да? Давайте отпустим. Белая? Давайте отпустим рыбку в водичку. Посмотрите, а у меня зеленые водоросли. Тоже зеленые. Давайте. У меня зеленый камушек. Давайте опустим водоросли в водичку. Ребят, давайте побрызгаемся водичкой. Водичка тепленькая у нас. Да. Побрызгаемся. Я прыгаю вас. Я тебя. А я вас. Ребят, посмотрите, у меня белый камушек. У меня золотой. А у тебя какой? У меня синий. Хорошо, давайте опустим камушек в водичку. Давайте наберем водичку, мы же цветочки, и нальем на себя. Наберем и нальем на себя. И еще. А теперь давайте наберем водичку в ладошку и перельем ее в другую ладошку. И еще раз наберем и перельем в другую ладошку. И еще побрызгаемся. Улыбнемся все друг другу. Молодцы! Давайте встанем. Вам понравилось возле ручейка играть? Да. Давайте похлопаем друг другу. Андрюш, скажи мне, что тебе понравилось на занятии? Плечи венок. Хорошо. Мне танцевать. Танцевать. А мне искать ручеёчек. А мне понравилось водить хоровод. Хорошо. Настя, а тебе? Мне понравилось... Танцевать? Плести веночек. Плести веночек. Хорошо. Давайте еще раз похлопаем друг другу. Молодцы, ребята.